Сегодня ночью я написал стихи о Черногории и хочу вам их прочитать. Черногорские мотивы. Водой наполненные горсти ко рту спешили поднести. Впрок пили воду черногорцы и жили впрок до 30. А умирать почетно было средь пуль и матовых клинков. И уносить с собой в могилу двух-трех врагов. Двух-трех врагов, пока курок в ружье не стерся, стрелял из седел из колен, и в плен не брали черногорца, да он и не сдавался в плен, а им прожить хотелось доста, до жизни жадным, век с лихвой, в краю, где гор и небо вдосталь, и море тоже с головой, 600 000 равных порций живой воды в одной горсти, но проживали черногорцы свой долгий век до 30, их жены той водой помянут и прячут их детей в горах до той поры, пока не станут держать оружие в руках и молча лили слезы в траву, чтоб не услышали враги, беззвучно надевали траур и заливали очаги. Чернели женщины от горя, как плодородная земля. За ними вслед чернели горы, себя огнем испепеля. То было истинное мщение, бессмысленно себя не жгут людей и гор самосожжение, как несогласие и бунт. И 5 веков, как божьи кары и местью сына за отца, пылали горные пожары и черногорские сердца. Цари менялись сердцы, но смерть в бою всегда в чести. Не уважали черногорцы, проживших больше 30.